А теперь по программе праздника. В формате «Открытая студия» сегодня работает Карина Харитонова. Она расскажет о главных событиях юбилейного дня и покажет места притяжения. Карина, тебе слово. А я с удовольствием перенимаю это слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Праздновать День города начнем еще с вечера 25 августа. Сразу на четырех площадках развернется фестиваль духовых оркестров. 10 коллективов из Тамбова, Липецка, Орла и других городов выступят в Сестрорецком парке, усадьбе Майданова, мемориале «Вечный огонь» и здесь, у стелы воинской доблести. Ну а уже 26 августа в 15:00 они пройдут парад шествием по Карла Маркса и устроят дефиле со сводным исполнением произведений на площади у Ледового дворца. В Сестрорецком парке праздник начнется с самого утра. С 9 до часу горожан будут ждать спортивные игры, детские развлечения, живые скульптуры и мастер-классы. Они, кстати, будут работать до 8 вечера. В час дня здесь начнется концертная программа с участием хедлайнеров. Группа «Винтаж», финалиста шоу «Голос» Алекса Малиновского и участницы проекта Григория Лепса «Высшая проба» Евгении. Ну а в 15:30 на сцене амфитеатра наградим участников и победителей марафона подарков от ТНТ «Поиск». Ну а в 17:00 здесь же состоится конкурс «Клин в танцах» с участием звезд проекта «Танцы на ТНТ». Ну а с 11 утра до 9 вечера в парке все вместе будем устанавливать мировой рекорд Гиннесса. Подробнее об этом мы еще расскажем в новостях, ну а пока переместимся на площадь к Ледовому дворцу. В 9 часов утра на площади у Ледового дворца начнется интерактивная программа «Здоровый город». Юных клинчан будут ждать синергичная зарядка, подвижные игры и познавательные викторины от докторов детской поликлиники. Ну а взрослые в это время смогут пройти бесплатно медицинские обследования. До 12 часов здесь будет работать мобильный центр здоровья. Ну а в 16:00 на оборудованной сцене возле Ледового дворца начнется торжественная часть под названием «Клин. Город, устремленный в будущее». Здесь наградят лучших людей и тружеников района, а также тех, кто внес свой неоценимый вклад в развитие района. Они получат юбилейные нагрудные знаки «Клин 700 лет». Ну а уже в 19:00 здесь начнется большой гала-концерт. Перед клинчанами выступят группа «Сливки», группа «Корни», Анна Седокова, солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Завершится праздничный концерт в 22:50, ну а уже в 23:00 в небе над Клином прогремит праздничный салют. Это, конечно, еще не все мероприятия, запланированные в День города. Более подробную информацию вы можете найти на сайте cleancity.ru или в нашей группе ВКонтакте. Валентина, вот такие новости открытой студии.